Приветствую. Данный обзор включает в себя три кухонных ножа из стали PGK. Немецкая марка стали, ножевая. Клинообразные спуски, очень мелкий сатин, настолько мелкий, что даже видно структуру стали. На видео это не... Нет, вот что-то видно на отблеске немного. Это малый, можно так сказать, но он ближе уже к среднему нож. Ну, как бы картофельник, он совсем короткий, вот такой. Но поверьте мне, картошку чистить им будет не менее удобно, чем это был бы коротыш. Но он еще плюс универсальный к всему. Отверстия сквозные, пины такие с отверстиями. Вот на эти вот мелочи не обращать внимания. Это перчатки оставляют следы своего присутствия. Так, клинообразные спуски. Клин сюда, клин сюда. Вот, это американская микарта. Она двойная. То есть, понимаете, вот это вот я не подкладывал, вот эти вот красные проставки. Они уже, это одно целое, вот вместе с синим. Вот в чем дело. Под накладками, чтобы туда не попадала ни сырость, ни грязь, там ничего. Самая обыкновенная, прозрачная, правда, эпоксидная смола. То есть туда под рукоять уже ничего не попадет. Это можете даже об этом не беспокоиться. Это 100%. Вот это вот средний нож, пчак. Также клинообразные спуски, также микросатин со структурой даже видимой. Сталь PGK. Пины цельные и один пин вот такой вот с отверстием, с большим. Не помню сколько он там, миллиметров 7, по-моему, это отверстие. Ну да, если 8 наружный диаметр, 6,5-7 где-то так у нем. Также вот эта вот микарта американская, также на эпоксидной смоле. Как, впрочем, и у этого ножа. Также клинообразные спуски, клины, я всегда говорю, на этих ножах, на кухонных идет сюда, к ревшей кромке, и вот сюда идет клин. Вот посмотрите, как это, только бы руки бы не обрезать. Вот. Клин вот такой вот, двойной. Это шеф. Нож шеф, также микросатин. Я не знаю, как бы показать тут. Наверное, видно будет, тоже все-таки макросъемка, это я не вижу сейчас. На больших голубых экранах это должно быть видно. Также микарта американская, вот эта вот, сдвоенная, изначально сдвоенные пины сквозные и эпоксидная смола. Вот такая вот тройка. Ну, как он мне быстренько шинкует мой стол. И что? Порезать, наверное, надо. Порезать что-нибудь. Давайте порежем, что это под рукой валяется, то и порежем сейчас. Средний. Шеф. Все, данные ножи будут размещены на сайте уже сегодня. Встречайте. До новых встреч.